Да, я создал этого монстра. Теперь банковские котировки взлетят до небес после того, как он уничтожит город, и я разбогатею. Добрый вечер, в эфире анонс 180 из экстренных новостей. Трамп вторгся в Пусистан, в Black Star Бургерах, Кока-Колу теперь называют Black Cock. И да, чуть было не забыл, сегодня в нашем любимом городе завелась неизвестная хуйня, которая косит народ налево и направо. В общем, товарищи и граждане, это полный пи***ц. Кровь, кишки, мясо и другая расчленка. Присылайте нам в редакцию свои видео с чудовищем, поедающим ваших друзей и родственников, и мы их обязательно покажем в прямом эфире. До скорых встреч. Это что за хрень еще? Министр обороны? Да. Президентка России Екатерина III. Я не поняла, что там за хрень атакует северную столицу? Мне не важно, что вы не в курсе. Ловите ее и мочите. Мне не важно, где вы ее поймаете. Поймаете в Неве, мочите в Неве. Поймаете в Петропавловке, мочите в Петропавловке. Если я извиняюсь за выражение, вы ее в сортире найдете, там и мочите. Я все сказала. Бабах! Михаил Павлович, там какая-то тварь из Невы вылезла. Уже по нашей промзоне шатается. Идите, я устал. Мастер говорит, с ней разберемся, потом теплоцентр запустим. И тогда два отгула даст. А то декабрь, а батарея не греет, ни хи***. Сейчас кофе попьем, пойдем. Спустя 1 час. Сюда, пошли! Сука, шапку одень! Бежим, бежим, вон он! Погонять! Ф***, она еще уродливее, чем ты! Сейчас я ее грохну, а сука не Бу-бу! Все тот же рабочий день. Сука, никто трубку взять не может! Да! Это секретный комитет говна и пара? Агент Михаил Павлович, вы говорите об учащенной связи. Вы должны починить туалеты Международной космической станции. Выезжаю.